Добрый вечер. Общественное движение «Стоп-хам». Вы, к сожалению, стоите на полосе движения. Есть возможность перепарковаться? Да. Уезжайте? Спасибо большое. Всего доброго. Как ты думаешь, какая цифра будет? Ой, буква будет. Мне кажется, S или O. Привет. Зрители, какая буква будет? Мне кажется, V вообще. Т. Не угадали. Мы уже сорвали. Извините, отвлекаем, вы в игрушки играете, вы на полосе движения. Перепаркуйтесь, спасибо большое, всего доброго, счастья вам, успехов, здоровья, в личной жизни, карьерного роста, любого. Наша оптика. Оптика? Мы бесплатно рекламу не делаем, убери. Пошли подойдем. Да. Серьезно? И это тротуар. Мы из общественного движения «Стоп-хам». Как бы здесь нельзя находиться. Найди себе парковочное место. Место он стоит. Гора. Братишка с пирожкой. Только его выдает татуировка на шее. Нет. Мужчина, здравствуйте, общественное движение «Стоп-хам». Мы прямо рядом с вами, парковочное место, вы на полосе движения стоите. Могли бы сюда припарковаться. Свободное же парковочное место. Это не слишком сложно. Все, спасибо, отлично. Серьезно? Так вы внутри были. У меня эвакуатор вышел, у меня машина не работает, не заводится. Что ты клеишь ее? Вы уверены? А? Вы уверены? Уверен, я уже стою уже 30 минут, сейчас так не могу везти. А мы откуда знали? Ты мог подойти мне спросить. А я не знаю, что в машине кто-то есть. Я в машине сижу, я откуда же тебя вижу. Откуда я знаю? Я насквозь ее не вижу. Клейку. Нет, вы все равно на полосе движения стоите. Я стою, если я не могу выехать, а тут весь эвакуатор. Ну, не знаю. И теперь, кто склеит теперь будет? Вы все равно почему я склею? Ну, потому что у меня машина сломана, да, понимаешь или нет? Я очень рад. Чего да? рад очень? Я очень рад. Я извиняюсь, конечно, но делать уже ничего. Ну, что раз, ну, подошел, спросил бы у меня. У вас нет машины. Сломано, машине, вон, я же тебя увидел. А я же вас не вижу. Ты же сюда подойти уже стал рисовать. Там темно, мы возились с наклейкой. И что темно? Не изображайте, пожалуйста, что не изображать? Ты нужно подойти, спроси. Вас не было. Я машину, вас я тебя увидел. Я не вижу. Я тебя увидел. Ну, вышли бы тогда. Мы будем стоять и снимать, пока вы не уедете. Ты можешь меня спросить или нет? Ты подошел, вас ты спросил, не видно было. Вас не видно было. Мы бы с вами пообщались. Вас не видно. А ты как могло постучать? Это микроавтобус. Вы стояли перед вашим автобусом. Ты не сними. Я только сел в машину, микроавтобус. У меня живот заболел, блядь. А у вас живот заболел или что с вами? Или у вас машина сломалась? Определитесь, пожалуйста. Что? Вам ножом не надо это делать, понимаете? А чем я смываю? Водой. Водой обычно. Она войдет. Куда мне воды я смою? У вас воды нет. Ну можно подойти по-человечески спросить? Так я вас не видел. Я вас видел зато. Ну вышли бы тогда. Ну я вышел, ты же клеишь. 50 секунд стояли. Если мне машину не заводится, будешь стирать? Я? Нет, да. Я ее никогда не буду стирать. Но может, вы на полосе движения все равно выставили бы знак, поставили бы бумажку, сломался, что-нибудь. Снимай, снимай. В общем, этот парень сказал, что его машина сломалась. Мы одолжили ему воду, пошли в магазин, принесли, а машины нет. Машина починилась, кажется, и уехала, да? Да. Зря пришли, получается. Здравствуйте. Что, простите? Сразу. Что еще раз? Меня не снимать, не клеить. Почему? Вы нас совершаете административное правонарушение. Что вы сделаете? Всякие дебилы московские. Да? Спокойно, же, можно сидеть? Да, она не может. У нее жизнь удалась. Мне вас жалко. Жалко людей. Жалко.
Жалко у пчелки. Добрый вечер. Ваша автомашина? Да. Вы из общественного движения StopHam, вы стоите на полосе движения. Перепаркуйтесь, пожалуйста, если у вас есть возможность. Все, если вам не сложно. Поедем, да. Привет. Отлично. Всего доброго, до свидания. Хорошего вечера. Никаких проблем. Зовите полицию. Не уезжайте, хорошо, держи камеру. Эй, поляк, проблема. Что? Что, проблемы какие-то? У вас какие-то проблемы? У вашей машины проблемы. На полосе движения стоит. Это что, непонятно? Едут мимо, проедут. Мне пофигу, понимаешь? Пофигу, понимаешь? Мне вообще все пофигу. Кто, кто? Откуда вы нарисовались? Кто мы? Не кто мы, а кто вы? Откуда вы вообще? Повторите, если вы мужчина. Откуда кто мы? Вы вообще здесь? Кто мы? Вы кто вообще? Мы люди, а вот вы, видимо... Вы тоже люди. Ну я вижу, если да. Из-за вас стоит, езжайте. Да? Езжайте, хорошей дороги. Пока-пока. Ваше дело-то, что вы тут стоите. Я буду платить. Ноль уважения к другим водителям. Я буду платить штраф. Ноль уважения к другим водителям, что непонятно. Вижу ролик в интернете, будет суд. Будете вы снимать. Думали, я вы не найду вам на троих людей. Гости этой страны, то относитесь с уважением к людям этой молодой страны. Да, я вас не понимаю. Вы сделали свое дело? Конечно, сделали. А вот вы научитесь быть настоящим мужчиной. Хорошо. Ну, много чего. Вам очень много чего. По-человечески вам очень много всего. Я сейчас буду, начну вас бить. Сколько вас бежит? А я тут один. Если вы так угрожаете, попробуйте. Посмотрим, что из этого выйдет. Зачем я вам угрожаю? Вы хотите меня избить, что ли, или что? Нет, зачем? Я просто... Но если вы, если вы попробуете это сделать, я тут один. Я с вами один поговорю, не беспокойтесь. Только что вот эти вот данные лица говорили то, что они гости, относитесь к нам с уважением. Только они на данный момент не относятся вот к этим всем водителям, которые до этого ехали, сейчас едут с уважением, чтобы они ехали в два ряда. То есть к ним нужно с уважением относиться, а нашим гражданам этой страны не нужно с уважением относиться. Я постою. Хотят машину. Это я наклеил. Это я наклеил. Дай-ка вторую. А что он сказал, когда вышел? Ну, там матом был. Ну ладно. Делаем. Ha ha ha!
Медведь такой. Сзади одна полоса движения, а девушка хочет сдать назад. Интересно. Вы в жизни априора в центре. Слушай, это какой-то прям... Я вот никогда в центре приору не видел, а вы видели, друзья? Это я вам наклеил. Да ебаться будет. Сейчас вторую получите. Федеральный проект СтопХам. Давайте, дай свой. Давайте, давайте. Да, такой ебачек, тебе симпатичный. За розыск подтянешь. Спасибо. Симпатичный, правда? Конечно. Спасибо большое. Давайте вот так еще в камеру надо покажу. Надо будет тебя взять с собой, да? Хорошо, хорошо. Всего доброго. Спасибо. Не забудьте взять. Ничего не забыл. Извините, виноват. Зачем так машину-то бросили? Виноват. На самом деле осознаю. Очень приятно то, что осознаете.